Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы находитесь на канале CryptoInvest. Я уже достаточно давно наблюдаю за проектом Клерос и рассказываю вам о нем. И сегодня я хотел бы вам рассказать о том, что же произошло на проекте за последние полгода. За август 2020 года первым самым значимым событием я могу отметить то, что токен PNK на бирже Uniswap вошел в список проверенных токенов и теперь вызывает еще большее доверие со стороны пользователей, так как ранее достаточно сложно было определить, какой токен является подлинным. Также в августе запускается пилотный проект страховой компании, чтобы протестировать использование Клерос как поддержку инновационных процессов с использованием краудсорсинга. Клерос будет использовать всю ту же модель сбора, анализа и уточнения данных для более точного расчета страховой премии. Для этого было создано два суда Клерос Курт в Клерос Curate DApp. И на основании данных происходит спор, если одна из сторон не согласна с собранными данными, спор решается в суде Клерос. В этом месяце также было запущено стрим децентрализованных юстиций на ресурсе Spotify и известными личностями мира блокчейн и пространства MegalTech. В сентябре 2020 года впервые Клерос был избран арбитром при подписании контракта между компанией из Аргентины и поставщиком маркетинговых услуг в Перу и был призван решать споры, возникающие в ходе сотрудничества этих двух субъектов. Была запущена новая библиотека дизайна. Что это значит? Иными словами, все сервисы Клерос будут иметь стандартизированный вид, чтобы всем пользователям, независимо от раздела, было комфортно использовать всю экосистему Клерос. С октября 2020 года сообщество Клерос сотрудничает с Maker Foundation в сфере децентрализованных финансов. Данное сотрудничество должно привнести вклад в развитие сферы DeFi и привлечь еще больше людей, так как капитализация с каждым днем растет и требует более глубокое понимание этой области финансов. Ноябрь 2020 года запомнился проведением видеоконференции на тему децентрализованного правосудия. Также в рамках данной конференции был проведен хакатон, иными словами конкурс или марафон, на тему «Децентрализованное правосудие», цель которого было доказать концепцию арбитражных, децентрализованных приложений или рудиментарных приложений, подключенных к протоколу Клерос. По окончанию конкурса команда-победитель получала 10 тысяч долларов призовых. Был также запущен сервис Клерос Lingua. Я делал на канале обзор по этой фиче, рекомендую посмотреть и ознакомиться. Если вкратце, то этот сервис призван облегчить проверку и процедуру переводов текстов и документации. В декабре 2020 года была превышена отметка 500 рассмотренных дел на платформе Клерос. При этом общая сумма всех рассмотренных дел составляет порядка 2,5 миллионов долларов. Неплохая сумма, как по мне. Управление экосистемой Клерос становится полностью децентрализованным, что означает, что любые изменения теперь будут приниматься только на основе голосования с использованием токена PNK. Также было пополнение в так называемом братстве правосудия. Если говорить кратко, то вся команда, которая трудится над платформой Клерос, проходит строгий и сложный отбор. И вот было принято еще несколько светлых умов в содружество. Клерос создает поистине многогранное многонациональное содружество со всех уголков Земли. В январе уже 2021 года были заключены партнерские отношения с Union Finance для того, чтобы Клерос решал споры в отношении децентрализованных активов. Также в этом месяце было принято участие в саммите по законодательству и политике в области блокчейна в Стэнфордском центре правовой информатики. Февраль 2021 года был выделен всего одним событием. Клерос совместно с властями Доминиканской Республики провели семинар по юридическому дизайну и выявлению использования Клерос-платформы на
территории Доминиканской Республики. Март 2021 года принес новую фичу под названием «Доказательство человечности», которая распространилась на все зарегистрированные профили на платформе Клерос. Иными словами, проверка пользователей на бота, чтобы потом в судах не было так называемых атак Сивиллы. К слову, я об этом делал отдельный, более подробный ролик на своем канале. Так вот, друзья, это была только часть событий и новшеств на платформе Клерос. Вторую часть мы с вами обсудим в следующем видео. А на этом у меня все. Все ссылочки я оставлю под видео в описании. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры и новости криптовалют. А с вами был канал CryptoInvest. Всем пока!